ешь энциклопедии? Нет, он выглядит как подменный учитель. Минуту внимания! Меня зовут мистер Эбигнейл. Эбигнейл. Ми Бигноли, Ми Бигнелли, мистер Эбигнейл. А сейчас кто-нибудь скажите мне, на чем вы остановились. Если вы не будете отвечать, я напишу докладную на весь класс. Сядьте на место! Глава 7. Теперь открывайте учебники на 8 главе. Начинаем. Простите, как вас зовут? Брэд. Брэд, ну-ка вставайте. Проходите к доске и прошу диалог номер 5. Les Français sont généralement considérés comme un peuple de bons vivants qui aime bien boire et bien manger. Ils sont... Я сюда попала. Сказали, что нужно подменить Роберту. Я приехала к вам из самого Диксона. Обычно Роберту я подменяю. Почему вы остановились? А, ils sont très... Я ни за что не приеду в школу Белармин Джефферсон еще раз. И можете больше не звонить мне. Думаете, легко даме в моем возрасте туда-сюда ездить? К тому же эти переезды дорого. Мистер и миссис Эбигнейл, в нашей школе произошел неприятный инцидент. Я вынужден сообщить вам, что всю прошлую неделю Фрэнк вместо учителя вел уроки французского языка. Не поняла. Ваш сын притворялся подменным учителем. Он проводил опросы, давал работу на дом. Из-за него у нас возникли трудности с настоящим подменным преподавателем. Ваш сын так увлекся, что провел родительское собрание и внес в план классных мероприятий посещение французской пекарни в Трентоне. Вот с такой проблемой мы столкнулись. ФБР! А ну, выходим! Выходим из ванной! Руки на затылок. Там новая IBM Selectric. Руки на затылок. Шрифт меняется в 5 секунд. Закрой рот! Одна деталь. Положи руки на затылок! У него здесь галлон туши, более 200 чеков. Руки на затылок! И маленькие конверты на его имя, в которых рассылает зарплату компании Panam. Положи на место! Хватит! Вы опоздали. Понятно? Меня зовут Барри Аллен, американская секретная служба. Он пытался выпрыгнуть в окно, но внизу его уже ждал мой напарник. Не понимаю, о чем ты. Вы что, считаете, им только ФБР занимается? Вы заблуждаетесь. Он подделывает государственные ценные бумаги. Мы отслеживаем его уже несколько месяцев. Эй, может, хватит держать оружие возле моего лица? Вы меня нервируете. Предъявите документы. Да, конечно. Вот мой бумажник. Пистолет тоже заберете? Могу и его отдать. Эй, эй, сделайте мне одолжение, взгляните в окно, ну? Посмотрите. Вон мой напарник ведет его к машине, видите? Старик едва не обмочился, когда я сюда ворвался. Выпрыгнул в окно прямо на капот машины. Эй, Мерф! Да. Позвони еще раз в полицию, не хочу, чтобы тут посторонние болтались. Не думал, что этим занимается секретная служба. Что ж, бывает. Кстати, как вас зовут? Хенрити. Карл Хенрити. Могу посмотреть документы? Пожалуйста. В наше время осторожность не бывает излишней. Что ж, не повезло, Карл. 5 минутами раньше записали бы крупную птицу на свой счет. Если бы они уехали на 10 секунд раньше, я бы вас застрелил. Можно мне спуститься с вами? Я хочу взглянуть на старика. Конечно, только вы не могли бы посидеть тут, пока я ношу вниз все эти улики? А то еще придет горничная и начнет уборку. Ребята из полиции уже едут. Постойте. Ваш бумажник. Пусть побудет у вас. Я вам доверяю. О. О.
Секретная служба. Can use some exotic booze. There's a bar in far Bombay. Международный аэропорт Майами. Fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you. Мне бы в пилоты. Точно. Как у вас не работает рация? Перед терминалом Джей в белом кадиллаке дымит, сидит человек в лётной форме, а нам? Это чартерный терминал. Вы рассмотрели его лицо? На нём фуражка. Карл, я думаю, это он. Вот он. Останутся. Заходи, Фрэнк. Фрэнк. Выходи из машины. Я хочу видеть твои руки. Не стреляйте, прошу вас. Я всего лишь водитель. Мне заплатили, чтобы я надел форму и встретил одного человека. Кого ты должен встретить? Эй! Pack up, let's fly away. Изменениям подвергся каждый знак. Судя по всему, в оригинале это был чек на $60. Можно мне взглянуть? Обналичен во Флагстаффе неделю назад. Банк потерял $16,000. Он настоящий? Да. Почти все было смыто, кроме подписи, конечно. Исполнено идеально, Карл. Это не гидрохлорид и не отбеливатель. Нет. Что-то новое. Предположим, смывка для ногтей способна растворить типографскую краску. Ну, откройся, Фрэнк. Как ты обманул принимавших экзамен в Луизиане? Я не жульничал. Я 2 недели занимался и все сдал. Ты говоришь правду? Честное слово? Этот парень таскает чеки из почтовых ящиков. Смывает имя, а потом свое пишет.